Всем привет! Я опять переехал в новый отель. Начнем с того. Во-первых, у меня сегодня день рождения. Happy birthday to me. Мне подарили цветы. В этом отеле есть. Это как бы как квартира, в принципе, жилая. Вот, в принципе, коридор. Здесь, как только мы заходим, есть ванна. Душевая. Я даже могу себе постирать и высушить одежду. Идем дальше. Прекрасные цветы, которые есть, растут только в Австралии, мне подарили. Супер красиво. А еще мне подарили вот это. Вот, мы подходим к спальне. Вот такая у нас тут спальня. Здесь как бы два шкафа стеклянных. Там окно. Идем дальше. Это зала. И прекрасный вид на Мельбурн. У меня есть даже балкон. Вот первый раз я в него войду. Блин, лето. Так прохладно, так классно. Не то, что в Израиле. Там дальше море. И даже есть гром. Вот я в Мельбурне в Новый год, свой день рождения. Поздравляю сам себя.